Севастопольские спасатели потушили пожар в одной из квартир жилой многоэтажки. После 2 часов дня к сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании на 9-м этаже дома по улице 6-я Бастионная в Ленинском районе Севастополя. Уже спустя 8 минут к месту прибыл боевой расчет, а через 20 минут после сообщения пожар был локализован. Сгорели бытовые вещи возле входной двери. Хозяева находились на балконе, покинуть жилище не могли. Их эвакуировали с помощью автолестницы. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты. На месте работало 7 пожарных машин. Единственное, что осложняло работу спасателей, то, что не все водители уступают дорогу спецтехнике. В связи с этим сотрудники МЧС обращаются ко всем жителям Крыма и Севастополя, чтобы автолюбители задумались о последствиях своего бездействия на дороге. Транспорт, который мешает спецтехнике и не дает проехать пожарным, может стоить человеческой жизни. Спасатели также рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в быту. В случае возникновения пожара следует незамедлительно позвонить по телефону 101.